ходе таможенного досмотра в машине было обнаружено 30 коробок со спиртным. В каждой коробке находилось по 12 бутылок с маркировкой «Абхазский кристалл» – водка. Водитель пояснил, что алкоголь он приобрел в Абхазии исключительно для себя, потому что дешево, да и праздники скоро. Товар изъят, проводится расследование. Таможенники отмечают, что только за четвертый квартал этого года на посту в Адлере изъято более 300 литров алкоголя. Напомню, что через границу беспошлино можно ввозить 3 литра спиртного на одного совершеннолетнего человека с уплатой пошлины до 5 литров. При этом за каждый литр уплачивается пошлина 10 евро.